В этом году отмечается 360-летие одного из трех великих биев казахского народа – государственного деятеля и поэта Толеби. По случаю даты в областной библиотеке прошло мероприятие, посвященное исторической личности. Гостями вечера стали школьники и студенты учебных заведений. Толеби Алибекулы родился в 1663 году на территории ныне Алакольского района Жетысусской области. Еще при жизни многие общественные деятели признавали его мудрость и проницательность. Толеби является одним из соавторов свода законов Жетыжаргы вместе с Казыбекби и Айтекеби. Именно он наставил казахов на путь оседлого образа жизни, призвав заниматься земледелием и учиться различным навыкам у других народов. Некоторое время правил Ташкентом. Толеби скончался в 1756 году. Его тело похоронено в мавзолее Карлыгаш-бие. Толебидің есімі қазақ халқына жақсы танымал. Имя Толеби знакомо многим казахстанцам. Толеби Алибекулы внес неоценимый вклад в становление казахской государственности. Он был личностью умной, справедливой и дальновидной, потому к его слову прислушивались.